Сейчас мы пойдем посмотрим виллу, три спальни, расположенную на Чемпионе. Так, это, по-видимому, кухня. Виллы построили совсем недавно, поэтому даже, может быть, здесь нет никаких тарелок. Хотя нет, вижу тарелки. Какие есть. Продолжаем снимать. Его устроен таким образом, что можно снимать ее по комнатам. Здесь есть телевизор, туалет. Все сейчас свеже, современно. Классно смотрится. Какой вот есть вид из окна на джунгли. Посмотрели две спальни, сейчас идем дальше смотреть. Кстати, как вы видите, на кухне есть кондиционер. Продолжаем снимать. Это уже третья спальня. В отличие от других спален, она находится рядом с террасой. Можно быстро выйти, посмотреть на море. Немножко больше здесь ванна. Еще здесь кладовка. Смотрите, раз выглядит так. Этим бассейном могут пользоваться гости виллы, которые только что мы посетили. Здесь лежаки, беседочка, небольшие фонтанчики. Все очень красиво и уютно.
вами был Лев из компании Balsomair.